Да что за бездорожье-то? Среди деревьев еду, блин. Еле-еле-еле доедешь. Так, не сюда, так сюда. Все, отлично, доехал. Все, наконец-то новый дом. Сейчас как заселюсь, как на работу устроюсь. Ох, буду вообще. Буду кучу денег зарабатывать. Да что за фигня опять? Какие-то крики. Что-то подозрительно. Очень и очень странно это все. Фух, блин, нифига себе фигня приснилась. Как будто переехал в новый дом, и там напротив в доме какого-то ребенка украли. Я каждый раз куда-то переезжаю, и везде детей воруют. Что за фигня? Так, детективу Лёхе нужно разобраться, что происходит. Этот дом выглядит очень сильно подозрительно. Он выглядит очень сильно подозрительно. Подозрительно выглядит отсутствие педали. Подозрительно выглядят вот эти коробки. Все выглядит подозрительно. Даже фонарь выглядит подозрительно. Пока я спал, его кто-то перекрасил в белый цвет. Это все очень сильно подозрительно. Нужно узнать, кто живет в этом доме. Василич. Мой старый закрытый враг. Я ведь тогда посадил тебя. Очень-очень странно. Видимо, детектива Лёху вновь ждет новое дело. Странная машина. Ты чё, её гуашью, что ли, покрасил или чё? Так. Детектив Лёха ведет расследование. Странно. Кто-то, походу, в туалет сходил. Это все странновато. Опа! Василич! Василич! Василич, можно было ведь просто по этой лестнице спуститься. Зачем ты с окна выпрыгнул? Он, видимо, понял, что детектив Лёха его раскрыл и решил самоубийцам, и все. И все становится понятно. Так, отстань. Отстань от меня. Нифига себе, десантура в деле. Отстань. Так, нужно срочно звонить в полицию. Блин, он, походу, запечатал мою дверь, пока я спал. Нужно зайти к соседям. Соседи, вызовите срочно полицию. Здесь какая-то фигня происходит. Подожди, ведь все эти дома не настоящие, это лишь картонные домики. Походу, он сам все это отстроил. Но он миллионер, он может себе позволить. Олигарх. Британский, походу. Ох, значит, я если не спасу, никто его не спасет. Хотя, может быть, все-таки здесь кто-то живет. Да нет, здесь ни одного человека на улице, здесь даже дороги нету. Почему, когда я ехал сюда, не задумался, почему нет дороги и почему нет людей? И решил сюда переехать. Это ведь сразу выглядело как-то очень и очень сильно подозрительно. Фух. Так, детектив Лёха незаметно прокрадывается в квартиру Васильича. Главное не попадаться ему на глаза. Пахнет медведем, судя по всему, даже, возможно, настоящим. Хотя это никак не относится к моему делу, но все-таки уже неплохо. Расследование заводит меня в тупик. Так, он зачем-то заморозил гаечный ключ. Значит, он думает, что мне нужен для чего-то гаечный ключ. Зачем мне может понадобиться гаечный... Магнит! Отлично! Я теперь буду примагничивать улики. Что это такое на полу? А, это гвоздь. Опа! Он следил за мной! Уходи! Уходи, Василич! Я знаю, это ты все отстроил. Блин, он запер мой телефон в той комнате. Я никак не могу попасть туда. Может быть, через окно? Зачем я вожу с собой постоянно эти пустые коробки? Непробиваемые окна. Я раскрыл его коварный план. Ну, хоть чтобы я умер от голода. Потому что вся жратва там, значит, он знал, что я пойду к нему. Пойду воровать его еду. Ох уж эти расследования. Хватит бегать за мной. Что ты ко мне прикопался? Иди побегай за кем-нибудь другим, Василич. Детектив Лёха работает. Хорошо работает. Причем, оп, сюда. Оп, наверх залез. Молодец. Кто молодец? Я молодец. Так. Он лезет. Блин, он сейчас залезет же. Хорошо, я буду надеяться, что он меня потерял. Стой, но у меня есть магнит. Так, что здесь?
Здесь фонарь. Здесь второй фонарь. Отлично. С двумя фонарями будет как-то проще, может быть, справиться со всем. Так, но мне, тем не менее, нужно найти ключ. Куда он мог спрятать ключ? Сразу видно, он недолго работал над этим домом. Ну, действительно, здесь слишком мало комнат, и нафига вот это здоровенное панорамное окно? Здесь даже не видно ничего, его нужно было чуть поменьше, что ли, сделать, чтобы выглядывать. Видимо, чтобы свет. Экономия на свете. Все понятно. Значит, чтобы был свет. Васильич любит экономить. Значит, ответ нужно искать где? Правильно, в эконом-мире. Стой, здесь же нет эконом-мира, что я за бред вообще несу? Мне нужно найти ключ. Все двери под замком. Он где-то спрятал этого маленького мальчика. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Так, так, так. Детектив Леха еще никогда не был в такой растерянности. Он не понимал, где искать ключ. Какого фига я с тобой разговариваю каким-то вторым голосом? Стой, ну где-то же он есть. Опа. Походу меня спалили. Стой, где искать ключ? О, нифига себе, надо валить отсюда. За ремонт такого здоровенного стекла я столько в месяц не зарабатываю, сколько с меня спросят. Подожди, а это... Может быть, здесь что-то есть? Я не смотрел в этом уголке. Возможно, этот уголок приведет меня к разгадке. К нахождению ключа. Нет, этот угол привел меня просто к коробкам, которых можно сдать на макулатуру. Действительно. А, стой, я ведь нахожусь в игрушечном городе. Васильич, аккуратней! Капкан! Нифига себе! У него антикапкановые ботинки! Давненько Васильич меня так сильно не удивлял. Васильич, что у тебя за странный прикид сегодня? У тебя все нормально? Давай, иди отсюда. Значит, он хочет, чтобы я играл в его игру. Он не бежит дальше определенного места. Так, может быть, поискать в мусорках? Так, здесь нету. Но было бы как-то странно хранить ключ в мусорке. Нет, действительно очень странно. Подожди, у меня есть магнит. Точно, у меня ведь есть магнит. А это значит, что я могу где-нибудь что-нибудь примагнитить. Вопрос только где? Где-то есть, видимо, ключ, который я должен примагнитить, который не бросается мне в глаза. Ух. Я еще никогда не был в такой растерянности. Так. Где он может быть? Да я не знаю, где он может быть. Нафига я вообще этот магнит взял? Вон Васильич уже залез. Так, эту фигню надо где-то отрубить будет. Может, часы? Отлично, у меня есть теперь здоровенные часы, я смогу практически как... Я смогу использовать эти стрелки. Ой! Васильич! Просто выгнал меня домой вместе с его часами. Очень странно себя ведет. Так, говорит. Отлично, говорит, все. Все замечательно. Где-то я что-то все-таки пропускаю. Не знаю, что и где, но что-то где-то детектив Леха пропускает. Может быть, эту коробку? Нет. Васильич! А уйди! Уйди! Я не хотел. А может быть, я создал его, когда кидал в него постоянно? Вот этим вот всем. Да где, откуда я что примагнитить-то должен? А... Подожди, здесь все время лежал ключ от машины. Да, действительно. Детектив Леха немножечко, совсем на самую малость невнимательный. Отлично. У меня есть ключ. Ключ. Ключ от свободы маленького мальчика, которого ты спрятал. А коробочку я себе заберу. Понял? Заберу коробочку себе. Потому что тебе эта коробочка нафиг не нужна. Все, Васильич лежать, отжиматься, ноги качать, Леха наверх, дверь открывать. Ух. Ну да, самое время заняться уборкой.
Подожди, нафига мне этот ключ? Что за странные картины у Васильича? Может, здесь тоже на столе? А, подожди, здесь все это время лежал второй ключ. Да, детектив Леха еще никогда не был так невнимателен. А это что? Что это за комната такая? Это у тебя отдельная комната для вентиляции, что ли? Васильич, мне кажется, это какая-то дичь. Так, нифига себе. Я ее кинул, я сам же на ней полетел. Происходят очень странные и подозрительные вещи. Так. Детектив Леха, никто не сможет спасти, кроме него. Маленького мальчика. А вдруг это записанный голос маленького мальчика, он хочет просто затащить меня в подвал? И сделать со мной что-нибудь нехорошее? Я не люблю, когда со мной делают что-то нехорошее. А нафига я сюда залез, собственно? Для того, чтобы что? Может быть, здесь что-то где-то спрятано? Опа. Замечательно. У меня еще магнит забрали. Вот, держи лайк за это, то, что магнит забрали. Я офигею, Вася. Такого поворота событий я явно не ожидал. Я не знаю, что случилось, но произошла какая-то дичь. Так, решетка, ты мне пригодишься? Угу. Так, отлично. Ай! Я не знаю, что это сейчас только что произошло, но произошла какая-то фигня. Васильич, держи лайк. Ух. Васильич. Опа. Блин, не попал. Сейчас я чуть точно попаду в цепи лапы Васильича. Так, прыгаю, кручу, верчу, обмануть хочу. Кстати, а какой сорт помидоры? Довольно-таки вкусный, Васильич. Не нравится ему что-то. Вот и лежи тогда здесь, если тебе что-то не нравится. Расходился тут. А нафига мне этот ключ? Зачем? Зачем мне этот ключ? Это очень и очень сильно подозрительно. Так, ладно. Сейчас я попаду в эту комнату. Точно, я отрубаю генератор. А вот тут я должен использовать магнит, который у меня пропал. Вообще ништяк. Вот такие вот дела. Я что, его теперь большим пальцем должен притягивать, что ли? Не, ну я думаю, все поняли, как бы, потому что, ну, это бред сейчас был. Потому что магнит сверху попал в эту штуку, я его оттуда никак не вытащу. Так, отлично, у меня есть лом. У меня есть ключ. Непонятный ключ, непонятно от чего. Непонятно вообще, зачем нужный. Ну, видимо, зачем-то нужны. А, подожди. А что, так можно? А-а-а! То есть я мог, короче, так сделать. Ну да ладно. Мог. Ну какая разница, в принципе. Так. А дальше-то мне куда? Ну есть у меня лом, что теперь? Взял лом и что, пошел на пролом? Я понимаю, что против лома нет приема, если нет другого лома. Но... Стой. Ну... А подожди-ка. А есть ли где-то лестница на заднем дворе? Да ее нету нигде. Это попахивает какой-то бредятиной. Я нахожусь в каком-то бреду, видимо. Наверное, маленького мальчика и не существует. И меня, наверное, тоже не существует. Никого не существует.
Стой, а где мне ключ-то второй взять? Камер здесь своих понавешу. Ходит там где-то. Ну ладно, ладно, поймал меня. В этот раз у тебя получилось. Так, я думаю, магнит мне больше не пригодится. И лоб, скорее всего, тоже. Ну, допустим, да. Допустим, я разморозил сейчас. Василич, Василич. Детектив Леха, между прочим, ведет здесь расследование. Не мешайте следствию. Это все-таки какой-то бред. Ну, есть у меня ключ. Теперь есть у меня ключ. Допустим. А вот этот куда девать-то? Куда его деть-то? Я не понимаю. Я вообще парень непонятливый. Ух, какой я непонятливый. Мне карточку нужно. Может, он все-таки откроет? Нет, оно так не работает. Ай, больно же, больно же. Как же мне больно. Василий еще любит причинять боль. Фух. Так. Не, ну, так, лом я там, значит, взял. Допустим, допустим, допустим. Я не знаю, что за фигня, кстати, была. И почему ли пролетел там сквозь окно и смог забрать отмычку. Это экстрасенсорные способности мои. Бывает и такое, да. Так, туда я больше подходить не буду. Я туда уже раз подошел. У меня аж палец большой заклинил. Ну, бывает, бывает такое. Ну, стой, ну там всяко нет ключа. Может быть... Может быть, нужно думать с какой-то другой стороны? Угу. Торчат палки, их не обрезали. Значит, работника мало заплатили. Ага. Стой, ну это ведь назад в ту комнату. Это... Или нет? Подожди-ка. Я не хочу оставаться без фонарика. Ну, можно ведь, допустим, сделать ведь вот так. Ай! Ну, у меня почти получилось. Почти, почти получилось у меня. Так, где-то, значит, еще должен быть ключ. Слушай, это другой этаж, это вообще другое место. Так, а куда я скидывал-то? Наверное, с этой стороны где-то. Да. Вот он, мой фонарик. Ух, фонарик мой любимый. Где-то, значит, где-то я пропускаю ключ. А вот Василич ничего не пропускает из своего зоркого глаза. Он сразу видит меня и сразу гонится за мной. Василич, хватит бегать за мной. Иди за кем-нибудь другим побегать, он надоел уже. Чуть-чуть здесь какие-то побегушки устроил. Я ведь тоже старенький, устаю, между прочим, бегать столько. Кладбище. Так вот куда Василий закопал всех жителей. Нужно сообщить в полицию. Я ведь не настоящий, у меня даже жетоны, он игрушечный, типа. Я у ребенка какого-то, не забрал, просто нашел на детской площадке. И я подумал, что я детектив и что это мое призвание на самом деле. Такие вот дела. Да как ты мне надоел уже. Ну стой, на первом этаже я не вижу где. Здесь подъем выше. Я не понимаю, зачем подъем там был на самый верх. Вот это я не могу понять. Зачем? Зачем он нужен там? Детектив Леха не понимает. Потому что детектив Леха непонятливый. Василич бегает кругами. Стой, а может быть один ключ где-то есть, где-то вот здесь, например, где-то может быть лежит. На потолке там, не знаю, еще где-нибудь. Но это все как-то очень странно. Нужно было с собой взять какую-нибудь картину. Дай-ка я возьму с собой
какую-нибудь картину. Так, вот так заберу. Ну стой, ну ключ же должен где-то быть второй. Так, здесь нету. Здесь тоже нету. А нигде нету. Нету нигде. Василич! Ух. Где-то, может быть, он где-то на крыше лежит, например. Кстати, вполне вероятно. Вполне вероятно. Ну, по идее, он должен... Ну, сверху, наверное, должен быть. Ну, зачем? Зачем тогда вот этот весь подъем? К чему? Зачем он существует? Для того, чтобы что? Мой мозг не мог тогда найти ответ на этот вопрос. Как, в принципе, и всегда. Потому что мой мозг никогда не работал так, как мне требовалось. Так... Так, активирую режим совы. Инспектор гаджет. Не, ну здесь нету. Здесь явно нет нифига. Нафига тогда вообще этот подъем нужен, если здесь нет нифига? Я вам что-то недопонимаю в этой жизни или что? Это просто подъем в никуда. Для того, чтобы что? Ну не может же он все-таки быть в той комнате, в... Слишком много ключей было бы для одной комнаты, подумал детектив Леха и пошел перепроверить. Так я залезу. Да, здесь я открыл эту штуку, чтобы разморозить гаечный ключ. Который, по сути, мне как-то пока что он нафиг не нужен. Зачем мне гаечный ключ? Я на улице ничего такого не видел. Не, я, конечно, могу взять, просто запрыгнуть. Стой. Что это? Это просто картина. Ничего подозрительного, просто висит картина. Картины для того и висят, чтобы висеть. Ладно, дубль 2. Да ё-моё! Не, ну, это был вариант для детектива Лёхи реабилитироваться на третий раз. Писем все не было. Нифига себе, у него там, кстати, лампа здоровенная висит. Какие-то непонятные. Чего здесь только нету? Стой, я ничего не находил в этой комнате. Ну, наверное, потому что, может быть, в ней и нету ничего. Детектив Леха был раздосадован. Так. Продолжай искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Обязательно найдет. Гвозди. Чебуречки получились, человечки. И зачем ему дом фонарный столб? Это очень странно. Это действительно очень странно. Занято! Так, ты смотри, один ключ был снизу, второй ключ был сверху. И у меня есть непонятный третий ключ, который я вообще без понятия куда девать. Я не вижу здесь лестницы нигде на улице, ведущую куда-нибудь наверх, например, и так далее. То есть у меня есть гаечный ключ, у меня есть такой ключ. У меня все что угодно есть, кроме того, что мне нужно на самом деле. А нужно мне сейчас желательно горячее молоко с какао. Было бы неплохо. А, он вокруг решил побежать, да? Давай, беги. Да, Василич решил в тот момент заняться уборкой. Не, главное, все лежит-то на видном месте. Почему я не могу тогда найти? То есть там этот на столе лежал, здесь этот на столе лежит. Я просто, видимо, что-то где-то не вижу. Какой-то, видимо, недогляд. Мне надо-то карточку.
Мне такое чувство, что этот ключ, он вообще нафиг ни для чего не нужен. Да это фигня какая-то. Что за ерунда? Я все равно должен его найти. Магнит есть, лом есть, но мне нужна карточка. Мне нужна карточка. Васильич, окно разбили, выбегай, проверяй, кто разбил, зачем разбил. О, дела, тут бандитов, знаешь, сколько бегают прям, о! Так, вот это забрать. Так, Васильич. Не, реально я не понимаю. Как, чем... Ну и что, ты вон за мной сюда наверх полезешь, что ли? Так это ерунду. А подожди, а может быть вон на том ответвлении, например, сверху ключ лежит? Нет, бред какой-то, мне кажется. Надо проверить. Да нет здесь нифига. Здесь вообще нигде нифига нету, нафига мне? Я может, что-то вот реально не догоняю или чё? Я чё, догоняшка что ли или чё? Я детектив, детектив Лёха, который ведет расследование. Но... Я ведь не гаечным ключом должен... А может быть в холодильнике ключ лежал еще? Да нет здесь ключа. Камеру можете себе оставить. Так, надо повнимательнее посмотреть. Не, ну здесь слишком много вещей было бы. Магнит. Эта штука, та штука. Ух, как подозрить. Ты где? Он с другой двери сбегает. Делаю обход вокруг дома, чтобы он меня не нашел. Ух. Так, куда? Сюда. Не-не-не, ну так явно не будет. Ну нет, это так не работает. Я не понимаю, где мне искать? Где мне искать еще один ключ? Джонни, Джонни, давай, сознавайся, куда делал? Да ты надоел, Васильич. Что-то ко мне прикопался, да? Я тут расследование веду вообще-то. Очень важное. Может быть, еще куда-то выход есть? Не, конечно, вот туда запрыгнуть это выход. Может быть, все-таки оно так и рассчитано? Блин, надо было опять что-то взять поудачнее. Чтобы туда все-таки залететь. А то без фонарика вообще как-то... Да и... О! Чуть-чуть не туда, ну да ладно. На здесь... Ну ладно, залечу так тогда, чё? Ну не могу, не могу. Может быть, так и надо. Может быть, Васильич так и продумал. А, стой, ключ все это время лежал здесь. Действительно. Да... Детектив Леха со своей невнимательностью вряд ли устроится на нормальную работу. Так, открывашечки. Пазл начинал складываться. Детектив Леха знал, что он близок к итогу расследования. Хм, последний пазл сложился, видимо, в той комнате его что-то ожидало. Что-то ожидало его душу. Граммофон. Он всегда любил музыку, он знал, что музыка ему пригодится для решения всех проблем. Хм. Что? Что у вас здесь происходит? Взываю к силе музыки! Повинуйтесь мне! Я ваш господин, детектив Леха станет властелином мира! Ха-ха-ха-ха-ха! О боже, нет! Слишком много манекенов, он походу превращает людей в манекены. Так, ладно, надо выбираться отсюда. Что-то меня немножко куда-то понесло. Не знаю куда,
Ну куда-то понесло. Я уничтожил весь урожай Василища. Так, на забор. Забор сюда. Забегаю. Бегу наперед. Ага, дверь открывается. Что у нас здесь? Часы. Часы вновь пошли не в ту сторону. Что за часы? Что за фигня вообще происходит? Подожди, я ведь зашел в подвал. Детектив Леха не понимал, а где вход в этот подвал, если он оказался просто в комнате? Может быть, здесь был потайной вход, который в свое время отстроил Василич? Детектив Леха сильно испугался и решил не выходить больше из этой комнаты и посидеть и подумать. Потому что на улице происходила какая-то дичь. Он находился в небесах, рядом была здоровенная тень, и почему-то Василий стоял и плакал. Это что ли был тот ребенок, которого я искал? Хм. Нет, это, видимо, не так работает. Опа! Василич? Василич? Что это за фигня? Это ты вырастил? Это твоих рук дело? Василич, почему ты плачешь? Что ты бегаешь за мной, теперь ты стоишь и ноешь? Ты взрослый мужик, хватит ныть! Ух уж этот Василич. Тень не давала покоя детективу Лех. Он знал, что что-то преследует Василича. Возможно, это была его совесть. Василич никогда не отличался своей совестью. Видимо, мне нужно залезть куда-то повыше, подумал детектив Леха и взял парочку коробок. Так. Угу. Все выше, выше, выше. Тын-тырын-тырын-тын-тын. Здравствуйте. Что? Ящики равны зеленому квадрату? Наверное, в одном из ящиков находился ключ, подумал детектив Леха. И пошел искать те самые ящики. Но у него не было фонарика. А ящиков было слишком много. Он решил начать с середины. Подожди, здесь есть зеленый ящик, в котором зеленый ключ. Что действительно? Это что, так работает? А нафига я тут ходил, типа все открывал и... Он просто, он даже помечен был. Действительно. Детектив Леха еще никогда не был так близок к провалу. Когда он вошел в комнату, куча манекенов смотрели на него. Они будто пронзали его взглядом. Хм. Подозрительно, подумал детектив Леха. Но забил на все это дело и пошел дальше. Так, что здесь вообще происходит? Что за рассказчик у меня тут появился? Детектив Леха шел сквозь бесконечные двери. Он думал, что этот туннель никогда не закончится. Но он хотел выбраться отсюда. Он хотел домой, к маме. Правда, свою маму он уже не видел несколько лет, но он нашел зеленое яблоко и начал чувствовать себя лучше. Покушав в темноте, он решил исследовать дальше. Так, ну и чё? Нафига я сюда пришел вообще? В комнату с яблоком. Чё за бред? Режим совы активирован. Там была вторая дверь, которую он сразу не заметил. Хм. Манекены продолжали следить за ним и пронзать его своим взглядом. Он знал, что это бывшие жители этого города, которых Василич просто делал манекенов. Но ему нужно было найти мальчика, несмотря ни на что. Живым или мертвым? Ну, мертвым, конечно, бы не хотелось бы. Так, ладно. Что за фигня? Ха. Смотри-ка, здесь надписи и ключ. Непонятно, что по-английски написано. Я слышу, как Василий спит. Значит, ты что-то значит.
Я тебе сейчас буду пытать. Рассказывай, Кали, что ты знаешь? Где мальчик? Где мальчик? Ты что думаешь, я буду с тобой играть плохого доброго полицейского? Я плохой полицейский. Отдай мне мальчика. Где мальчик? Я буду тебя жечь, да, пока ты не сознаешься. А, извини, братан, у тебя рот зашит, да? Ты говорить не можешь. Извини, ты, главное, не гори там сильно. Это неловко как-то получилось. Так. Так, нужно найти, видимо, где-то коробочки. Коробочки. Коробки всегда спасают. Сохрани его. Спаси его, типа, да? Возьму кресло. Кресло тоже... Кресло это нормально. Тын-тырын. Да ё-моё! Подожди, вот давай сюда. Во! Так, я залез. Да ты где Флёха нашел пару ботинок? Они ничуть его не смущали, потому что они были почти его размера. Хм. Странно. Что-то вода у нас тут вверх вылазит. Я не понимаю, что за фигня. Опа, ключ. Отлично, я нашел ключ. Я нашел магнит. Я, походу, реально где-то в психушке нахожусь под какими-то препаратами. Подумал, детектив Лёха. И пошел открывать дверь. Так. Василий, ты что там, гудроном обмазался, что ли? Что за дела вообще? Василий превратился в непонятную субстанцию. Видимо, череп поглотила его изнутри. С сожалением подумал детектив Лёха и продолжил искать дальше. Да что за фигня, другой голос, уходи, что ты тут все рассказываешь, ты кому рассказываешь, да? Ты мне лучше... Он нашел две огромные свечки, подозрительно подумал детектив Лёха и забрал ключ. Им оставалось найти лишь лом. Спрятаться в шкаф, подумал детектив Лёха, но подумал, что это плохая идея, ведь нужно спасать мальчика. Так, все, 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 хватит, хватит. Что за фигня? Лом. Так, мне нужно найти лом. Где он может быть? Ну, как бы лом это такая не маленькая штука на самом деле. Ну, то есть, ну, правда, действительно. Как бы его так просто не возьмешь, не спрячешь. Хм. Так, а где он может быть? Где может быть лом? При этом у меня есть магнит. Зачем-то. Зачем-то у меня есть магнит. Может, сверху лежит? Нет, сверху не лежит. Эх, такой свечки хватило бы на год, подумал детектив Лёха. Но, к сожалению, его карманы были полны, он не мог ее забрать. Хм, отлично, я нашел лом. Все. У меня есть молоток. Так, а это значит, что он мог покончить с этим навсегда, пока Василий спал. Но он был слишком дружелюбен. Так, ладно, пойду дальше. Хм. Это очень странно. Это какая-то странная фигня. Что? Что? Кто? Почему? Где? Пора выбирать. Что? Что? Кого? Кто? Что за вспышки памяти? Вьетнам! Фух. Часы вновь затикали. Я был близок к победе, как никогда. Я обязательно должен был узнать, куда же делся мальчик. Ну, мальчика я тем временем так... Чё? Странное место, подумал детектив Лёха. Он подумал, что он действительно сошел с ума. На секундочку он возомнил себя Максом Пейном. Да каким Максом Пейном? Кто там говорит-то постоянно? Я тебе сейчас поговорю тут. Разговорился он тут. Что за больница вообще? Подумал детектив Лёха.
Слышь, ты если продолжишь говорить, ты сейчас сам в больнице окажешься. Надоел уже, блин, мне. Ходят там, что-то все комментируют. Ты вообще кто такой? Тебя кто звал-то? Леха вообще в курсе о твоем существовании? Леха был не в курсе его существования. Хватит, хватит, я тебе говорю. Сказал детектив Леха. Да успокойся ты, ты надоел мне уже. Все, все, хватит. Васильич? Васильич? Я смотрю, у тебя все огонь, да? Веселимся, Васильич, веселимся. Машина. Видимо, страшная история приключилась с детективом Лехой. Он увидел, как Васильич горел в своем доме, видимо, так он потерял сына. А жену в автомобильной аварии. Да ты хватит, ты что там, рассказчик, ты что тут рассказываешь? Так, все, отлично, я ключ нашел. Все, замечательно, у меня есть ключ. Я могу пройти, не знаю куда. Васильич, ключ от чего? Подскажи мне, я пожарных чуть вызову. Васильич, ты... Не, я к тебе сюда не полезу. У тебя тут как-то жарковато. А в сауну я сегодня не собирался. Хм. Детектив Леха все был ближе к тому, чтобы выбраться из этого кошмара. Ему нужно было найти 3 ключа. Каждый ключ рассказывал об истории Васильича. Слышь, я тебе сейчас такую историю расскажу, ты мне надоел уже, а? Ты успокойся, пожалуйста. Ты что тут озвучиваешь, да? Ты кто такой? Ты почему вообще ходишь? Я тебя вообще знать не знаю. Так, где ключ-то взять? Ха, Васильич? Ты ж там горишь. Ты, Васильич, помоги тому Васильичу, чтобы он не горел. Хватит так дышать. Ты как-то неровно дышишь. Так, отлично, у меня есть черный ключ. Васильич тяжело дышал. После того, что с ним приключилось в жизни, тяжело дышал бы каждый. Слушай, ты все, ты меня достал уже, а? Ты сейчас у меня знаешь, как тяжело подышишь. Иди сюда, а? Ты где находишься? Ты что несешь-то вообще? Ты сейчас такой понесешь, знаешь, груз прям. У тебя такой груз на тебя свалится. Гробы у меня таскать будешь. Стой, а подожди-ка, может быть, мне нужно выйти к машине? Подумал детектив Леха. Все, я на тебя не обращаю внимания. Ты мне надоел уже. Ты мне реально уже надоел. Ты что мое каждое действие озвучиваешь, что ли? Детектив Леха шел к машине. Да пришел я уже к машине, пришел. Все, я ключ нашел. Все, я молодец. Все, я иду отсюда. Детектив Леха направился к двери, не обращая внимания на меня. Да, я не обращаю на тебя внимания, ты меня бесишь уже. Часики вновь затикали назад. Подозрительно глянул детектив Леха и задумался, что же будет дальше. Он никогда не был так близок к провалу, к разгадку тайны. Весь пазл начинал складываться. Слышь, ты у меня сейчас реально сложишься, а? Ты мне надоел уже. Пазл у него складывается. Сейчас ты реально все, я тебя сейчас сам сложу. Спасибо за игру в мой мод. Было написано. Но детектив Лёха, к сожалению, не мог это прочитать, так как он не понимал, что он нахуй играет персонажем в компьютерной игре. Слышь, какой компьютерной игре, Тича? Подожди. Какого фига? Некий рот? Мистер Питерсон, подожди, что происходит? Я же Ники Рот, я тут всегда был. Это какая-то ерунда, это не может просто быть. Тогда детектив Леха узнал, что его никогда не существовало, лишь был жалкий призрак в этом мире. Как и Васильич. А мне пора звать Леху. Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Кстати, вы вроде проходили этот мод, а может и не проходили. Я не помню, я вот реально сижу, постоянно старые моды перепрохожу, и многие, я вот реально многие моды не помню, чтобы я их проходил.
Я не помню, чтобы я проходил этот мод, потому что, я не знаю, за все время модов 200, мне кажется, прошел, поэтому я не могу каждый помнить. И на вопрос, почему я прохожу старый, ну потому что нету, ребят, новых модов. Если были бы новые моды, я снимал бы новые моды, конечно же, друзья. Все, ребят, на этом все. Если вы досмотрели до конца, если вам нравится мой канал, не забываем подписаться на канал, поставить лайк данному ролику. Напишите, стоит ли еще снимать что-нибудь в подобном стиле, типа про детектива Леху с озвучкой от скажем так, от ведущего, я даже не знаю, голоса за кадром, даже вот так вот, наверное. Все, ребят, всем удачи, пока. Давайте подписываемся, ставим лайки и комментируем. Всем удачи, пока. И детектив Леха присел на собственную могилу. Он никогда не был так умиротворен, смотрел в прекрасное небо и попрощался со зрителями. Да, всем пока, увидимся. На этом мой рассказ закончился.